Я думаю, вы согласитесь со мной. Пионы для художника имеют какую-то манящую такую привлекательность. И хочется писать снова и снова. И сегодня я напишу вот этот шикарный букет пионов. Разные, розовые. Я выдавлю на палитру все карплаки, какие у меня есть. И попробую найти все многообразие этих розовых оттенков по отношению к зеленым. Фон тоже будет здесь восприниматься уже таким зеленоватым, так как большое количество разных розовых. Это одна из причин, почему я предпочитаю всегда нейтрального цвета фон. Таким образом, он, ну, я не колорист, я вам уже много раз признавалась в этом, сочетается для меня с изображением гораздо лучше. Если брать какие-то очень сильно цветные фона, то надо как-то смелее, у меня это не всегда получается, связывать цвет фона цветом изображения. Недавно опять с детьми был этот разговор. Я говорю, сначала вместить, потом рисуйте. Не вмещается, они мне говорят. Я говорю, сначала вместить, потом рисуйте. Вот что это вот можно увидеть сейчас, то, что я делаю. Сначала вмещаю. Сначала вмещаю, потом буду рисовать. Какого это размера? Сначала вмещаю весь букет, кроме вот той веточки, ну, потому что как бы в квадратный формат не то, что не вмещается. Если я ее вмещу, этот букет будет сильно мелким. Мне не хотелось бы как бы совсем мельчить сейчас цветы и оставлять много фона, потому что все-таки это о пионах. С другой стороны, может быть, я и не права, не отрицаю, потому как с большим количеством воздуха и среды тоже может быть совершенно замечательно. Ну вот оно, творчество начинается здесь. Вы художник, вы выбираете, сколько у вас должно быть фон, сколько у вас должно быть того, чего вы изображаете. Возможно, кто-то решит, что это исключительно должна быть интерьерная вещь. И здесь элементы интерьера появятся. Стулья, тумбочки, окна или что-то еще. Почему нет? Такой, вот этот выше цветок, ну и пусть он будет выше. Этот, значит, тоже можно выше. Вот этот выше, этот ниже, этот больше. То есть все вот эти точки параллели, меридианы и параллели я отсматриваю, потому что вот этот цветок ниже. Не буду его совсем букву. Ну, композиционно может быть так, то есть совершенно стандартно, но так как вы знаете, квадрат, он сильной свободы движения и динамики не дает. Да и здесь оно мне и незачем с этой динамикой еще куда-то. А вот решить задачу разнообразие розовых, это, пожалуйста, в квадрате. Этюд решает, в общем-то, одну задачу. Вот задача у меня про цвет. Ну, какая еще может быть у живописца задача? Она всегда у него про цвет, в общем-то. Он может рисунок не рисовать, где-то быть там небрежен в прорисовке деталей, но самое важное – цвет. Цвет и тон. Надо попасть в тон цвета. И оттенки света и теней. Но я сейчас выдавливаю на палитру краски.
У меня, как я и обещала вам, разные краплаки. Это разные, это краплак красный и краплак фиолетовый. У меня есть еще оранжевая немножко. Теплее делать надо чем-то. Не попался красный кадмий, но я решила заменить его оранжевым. Есть краска, которая называется пурпурная здесь. Она красная, но все-таки она имеет холодный оттенок. Они по сравнению с краплаками это теплее, но так-то сама по себе все-таки по сравнению с кадмием холодней. И две зеленые, три даже зеленые. Оливковая, травяная зеленая и зеленый кобальт, который такой прям очень холодный оттенок дает. И есть черный Марс. Сиена есть и есть кадмий желтый, то есть на палитре большое количество всего. Ну и белил, конечно, тоже много, но они понадобятся чуть позже. Сейчас я начну, пожалуй, с зеленого. Почему? Потому что это самое темное. Вот в этой логике, если она присутствует, да, вот это вот прям чистое оливковое. Чисто оливковую я где испачкаю краплаком, там она станет нужного, сложного мне оттенка, та зелень, которая вот здесь в тенях. И это будет чистый цвет. Как видите, имприматуры практически нет, но холст я обработала маслом. Кисти по нему будут гораздо проще и быстрее, что тоже важно, и меньше стираться при работе. Какие-то краешки я потом это все дополню, подчеркну, но сейчас важно другое. Важно тон и цвет. Цвет я воспринимаю как теплый. Вот. Эта зелень теплая, весьма теплая. Вот та, которая освещенная зелень, она прохладней. И все же это теплый зеленый. Она холоднее, чем вот эта в тенях. Вот это про отношение, да? Вот в отношении к теневой зелени она более холодная. Но если ее сделать прям совсем этими кубальтами или изумрудкой, то это будет слишком. Это будет перебор. Это будет вранье. Вы вот меня упрекают, не показывайте палитру. Зачем вам моя палитра? Вот если вы думаете, что смешав те же самые краски теми же самыми красками, что и я, там, как бы, да, я вот сейчас расскажу, что это краплак, а это изумрудка. Вы смешаете, у вас тот же самый цвет получится, и потом получится та же самая работа. Вы заблуждаетесь. Это какое-то очень стойкое заблуждение. Я не знаю, откуда оно берется у взрослых людей. Дети никогда как бы в эту сторону не мыслят. Я работаю в художественной школе, вот. Ставится натюрморт, ставятся задачи. Они эти задачи решают. Какие краски при этом они мешают? Вообще никто не знает. Любые, какие у них есть, и мешают для того, чтобы найти нужный цвет, который видят их глаза. Глаз каждого человека абсолютно индивидуален. Он видит цвета по-разному. Я, например, вижу гораздо мир теплее, чем большинство. Как, не знаю, людей, но точно большинство фотоаппаратов и фотокамер видит этот мир более холодным, чем я. И я не понимаю как бы сложности намешать нужный оттенок. Его, и этой сложности нет. Вся сложность в другом. Вся сложность в том, что этот оттенок должен относительно всех остальных оттенков в вашей работе быть именно теплее или темнее, или насыщеннее, или сложнее, ну, то есть менее насыщенный по
оттенком. И вот когда у вас будут найдены эти отношения, вообще даже не важно, возьмите черную и белую краску, решите в этих отношениях. Там, если не париться с цветом, можно все это решить просто тоном. И это будет тоже прекрасная работа. Посмотрите старые мастера. Там должен быть доведен рисунок, да. Они решали не цветовые задачи, те вот, что я пытаюсь сейчас решить. Они решали задачи композиции, тона, материальности предметов. Вот, и у них это классно получалось. Все до сих пор любуются на их картины. Посмотрите, голландские натюрморты. О цвете там речи нет. Это подкрашенный рисунок с точки зрения современной, как бы взгляда современного на живопись. Но рисунок-то виртуозный. И цвет там весьма условный. Он, я показывала тоже как бы технологии этих старых мастеров. Вы можете посмотреть на моем канале. Как идет работа от рисунка, от черного и белого, естественно, у меня уже терпения не хватает доводить вот до такого совершенства, как в их случаях. Это что такое рыжий очень. Разные розовые, разные розовые. Насколько темнее, насколько теплее, насколько холоднее. Вот что, чем я сейчас занималась. Пока эта спич произносила. Вот. А разные белые я оставляю себе на закуску. Самая светлая ваза, вот эти такие кремовые, это желтоватые, это самая светлая, это какая-то серо-голубая получается поверхность. Причем она по тону, несмотря что она белая, от стены-то по тону вообще мало отличается. Но если с фона начинать, то начинать надо как раз с теней. И тень, самая темная тень, это вот здесь. Если хочется взять помягче кисть для фона. Сейчас я это сделаю. Я взяла не помягче, я взяла щетину, но она такая растрёпанная. Мне это позволяет писать фон более свободно. Во всяком случае, набрасывать сейчас туда какие-то. Вот еще даже теплее беру, чем вижу. Почему? Потому что потом мне легче туда добавлять холодные оттенки по более теплым, чем наоборот. Это тоже индивидуальная, я так понимаю, особенность организма. Не как сегодня с кистями. Вообще люблю, когда у меня одна кисть. И я ей могу весь этюд сделать. Вот эту вот как бы вот зеленоватость и самое светлое. Я прям сюда сейчас себе набросаю этот оттенок белого, чтобы он у меня... сразу присутствовал. Вот тени. Здесь уже, как вы понимаете, в ход пошли белила. А вот в этом месте розовые, зеленые и белила. Какие хотите, какие вы использовали здесь розовые, зеленые, те и используйте для фона. Не ошибетесь. Почему я обращаю больше внимания на цвет? Потому что как бы здесь мне сложнее, с тоном мне проще. Если у вас сложности с тоном, то я очень рекомендую вам сделать несколько работ просто черно-белых, чтобы понять, насколько тон
несет ответственность за материальность, за форму предмета, научившись создавать стеклянные предметы с помощью только одной черной и белой краски, например, там деревянные деревянными делать. У вас все получится и в цвете. Вы всего лишь добавите туда цвет, и все, раз вы колористически как бы подкованный человек от природы. Но часто бывает, что да. У таких людей, кто красиво видит цвета в сочетании, красивый такой, может создать колорит из ничего, чаще всего такие люди не обладают способностью видеть правильно тон предметов. Ну, в общем, на две большие категории. Те, которые видят цвет, и те, которые видят тон. Делятся и в том числе и все художники. Есть еще как бы уникальные личности, такие как Валентин Серов, который в совершенстве всем владел, был наделен всеми талантами от природы. И есть все остальные, которые научились свои достоинства, свои недостатки переводить в достоинство. Кисть мягкая синтетика, и вот для того, чтобы мне потом не делать фон там без... В общем, вот именно этой кистью я иногда по написанному фону делаю его спокойнее, без фактуры. Сейчас я просто этой кистью решила написать. И это очень даже и неплохо получается. Он сразу делает его... мягко, бесфактурно так. Немножко зализывает этот, но оно мне того и надо. И к фону можно будет не возвращаться. Но скорости, я вам скажу, это тоже важно. В общем-то, написание этюда, особенно этюд на пленэре, особенно этюда с какими-то живыми цветами, надо учиться работать на скорости, иначе все это может сильно измениться до неузнаваемости. Запомнить, так надо запоминать, но, как по собственному опыту знаю, не все возможно прям взять и запомнить все цвета и отношения. Нет, конечно, даже долгие годы тренировки не делают эту задачу проще. Тут очень нравится мне цветок. Он так как бы спрятался в тени. И он такого кремового оттенка. Теплый. Пока вы в тень сразу. И сейчас я его сначала вот так вот акварельно, жиденько, но с белилами. Вот так в тени. Вот тут есть такое тоже чуть-чуть. Чуть-чуть из фона вот здесь тоже как бы это все есть. Этот на свет выпадает бутон. И вот действительно, пока вы анализируете, что вы видите, несмотря на большое количество там цветов, бутонов и всего прочего, все равно ясное должно быть понимание, что на свету, что в тени. Большая тень, большой свет. Большая – это имеется в виду всего букета тень.
И от этого букета тень. Это все одна и та вот та самая большая тень, которую там вам, наверное, приходилось от многих художников слышать про большую тень. Тень всего натюрморта, собственная и падающая. Так, если переводить с русского на русский. Ну вот, в общем-то, сейчас как раз осталась та задача, которую я оставляла на закуску, это поиск разных белых. Вот эта вот сероватая, но она светлее. Сейчас я ее просто чуть-чуть обозначу, эту оттенок, и добавлю сюда белила, заодно ее вот таким образом можно растянуть. От светлого к более темному, и от светлого к более темному. В глубину и слева направо. То, что туда будет вдаль от источника освещения, становится темнее и теплее. Здесь мне еще какие-то попадают чужие падающие тени. Ну, то есть от тех объектов, которых нет в моем натюрморте. И нет смысла, я думаю, их делать, потому что все-таки в натюрморте должно быть понятно, откуда эта тень пришла, что ее отбрасывает. Или включать тогда эти какие-то фрагменты этих предметов здесь в натюрморте. Мне не очень нравится цвет вазы. Я хочу его... Заодно вот это тоже спокойнее, холоднее. И это спокойнее, холоднее. Это все тот же самый фон продолжается сюда, за вазой заходит. Вот, и теперь уже можно, я думаю, поставить этот камертон светлоты. И пошли почему-то белила. Так, кисть это не подходящая. Для фона она неплохо подходила. Здесь как-то уже... слишком сопливо. Меняю ее на более упругую и возвращаюсь к пионам. К пионам прекрасного розового, светло-розового, тепло-розового. Самый темный из них вот этот. Здесь он более как бы тепловатый, но он самый, то есть более холодный по отношению тем лепесткам, которые я уже нарисовала. А вот эти, они как бы сильно похожи получилась тень по цвету. Теперь надо написать им цвет света. Пока это нет. Это сюда попадает. Надо как бы так, чтобы они вот в этот не попадали. Во-первых, они светлее. А во-вторых, они совсем другого цвета, локальный цвет. Опять лезет эта краска. Мы ее кадмием сейчас вот так вот. Кадмием желтым и светлее. Вот как бы, да, по светлоте. А вот это даже на самом-то деле цветнее и по отношению к ним. Я бы сказала, темнее. Так. Особенно вот здесь. То есть вот эта стадия, когда вы находите отношения, продолжается до тех пор, пока вы их все не найдете. Пока эти отношения не станут точными. Пока вот это к этому будет относиться как более там холодное это поле.
темная, но это более теплая. И вот здесь вот она, естественно, вот насыщенность, о насыщенности цвета говорила. И, естественно, в тенях не может быть такой насыщенности, когда вот краска в чистом виде лежит. А для начала я приемлю этот способ, потому что вот сейчас, когда я буду ее усложнять где-то там, где-то в самых крайних точках, останется этот чистый цвет, и он будет именно создавать ощущение яркости, чистоты, незамученности, да, то есть вот в работе это важно, чтобы зритель не видел ваш пот, не видел, как вы мучились, когда писали эту работу. Ему должно казаться, что это все легко и просто, как у всех профессиональных спортсменов или там других профессионалов. Все очень легко. Раз и готово. Это уже уровень профессионализма. И он только от большого количества повторений. Но повторять надо с головой. Не вот это вот, покажите вашу палитру, а я как бы все, что вы там думаете, нарисую на своей. Нет. Не, это путь в тупик. Это никуда. Ну, вот это тоже как бы падающая тень. Сейчас я ее постараюсь сделать посложнее. Она немножко выбилась из общей моей всей этой задумки. Как-то очень-очень она светлая здесь, мне кажется. Мне хочется ее сделать темней. Я сейчас всю эту зеленую листву буду делать фоном. Так, этот цветок тоже пока будет уничтожен. Так по тону она мне больше нравится. А какие-то световые потом можно здесь чуть холоднее сделать, потому что вот этот рыжий выбивается, он ненужный. Теперь можно, наверное, рисовать уже. Для того, чтобы рисовать, я всегда беру кисть, которая вот 10-8, такая плоская. Вот такую тонкую не надо, наверное, брать. Ну, опять же, это мои особенности характера, чтобы не уходить в линейность, а все же оставаться еще вот в пятне. Как рассматривать любой объект как пятно света и тени. Дело в том, что цвет света и тени был найден уже в подмалевке. Но так как это все делается все и сразу, а если не делать все и сразу, то он не найдется, этот цвет. То где-то убежал контур, где-то вот ваза просто кривая. Ну, цветы, естественно, там не нарисованы лепестки, там есть свет и тень. Просто всего цветка. Здесь вот листик не нарисовался. Он просто не нарисовался. Он там что-то хотел обозначиться.
И сейчас моя задача их нарисовать. Насколько подробно, опять, каждый будет решать для себя сам, насколько подробно он нарисует. Чтобы все эти дорисованные объекты не портили общую найденную ситуацию, я всегда предлагаю рисовать ее именно в том цвете и тоне, который здесь есть в подмалевке. Чуть где-то его шевеля, как сказали вы, художники. То есть делая чуть темнее, чуть теплее, чуть холоднее, чуть-чуть туда-сюда. И, в общем, почему я люблю большие палитры? Потому что все эти краски уже сейчас есть на палитре. Осталось только найти это место, где намешивался этот цвет, взять оттуда краску и подрисовать той тщательностью, с которой учится. Ну, чем точнее вы будете в рисунке, тем лучше. Просто вот по мне такое, знаете, уходить куда-то там такой вот прям тю-тю-тю там все это. Нехорошо. Важно туда не уходить. Важно все равно вести в этюде работу от целого, от большого пятна. Просто в этом пятне надо найти его более конкретно. Конкретно силуэт этого пятна найти. Бутончики такая прелесть. Да, вот я вам сейчас показываю, как их одним движением кисти сделать. Но важно, чтобы на этой кисть была краска сразу двух оттенков. И более светлая, и более темная. Ну, тот, кто занимался росписями, знает эти приемы. Так пишут жостовские подносы. И все очень связано. Казалось бы, это разные орнаменты, иконы. Жостовские подносы, а нет. И художники, люди похожие, приемы у них тоже похожие. Каждый по-своему объемный мир рисует на плоскости. Вот здесь непонятно, это два цветка или один. Как бы я вам, по-моему, уже рассказывала профессиональные термины. То есть подошел бы преподаватель к студенту и сказал: находи, что ближе, что дальше. То есть вот этот цветок, вот он. Вот он перед ним. И там как бы темнее. Вот эта часть этого цветка темнее, чем это. Это свет этого цветка. Как вот найти? Надо эту ступеньку сделать. Она не обозначена была. И вот два движения в нужном направлении, и уже этот цветок выходит на первый план. Но у него здесь тоже вот здесь глубже тень, а
она есть. Здесь никак не, почему-то не. Но под малевки не обозначилось. И зато вот этот расползся до каких-то невидимых пределов. Сейчас мы этот лепесток, это еще вот этому принадлежит. А вот того, того вообще в природе не существует. То есть мне надо взять кисть. И вот этот лепесток сделать цветом фона. Все. Теперь у цветка есть реальный размер. Тонально, значит, цветок и фон настолько здесь близки друг к другу, что рассмотреть это можно только при очень внимательном разглядывание именно этого куска. Но если вы сейчас на этом этапе начнете разделять их сильно, делать один темнее, другой светлее, контрастнее, там, то вы как бы цельность-то всего этого потеряете. То есть надо вести работу таким образом, чтобы так и было, тонально практически не имело разницы эти две величины, лепестки в тени и падающая тень. Лохматые пионы. Просто такой взрыв каких-то лепестков, казалось бы, без всякой логики. Но если рассматривать, логика-то все-таки есть. Есть сердцевина в форме шара, есть в этой сердцевине вот там вот тени. Есть световая часть пиона, есть теневая часть пиона. Несколько лепестков. Если нарисовать в световой части пиона, то он будет уже не просто решен как пятно со своим общим светом и тенью, он будет уже решен как пятно, состоящее из лепестков. А вот если вы в тенях там их забудете порисовать, то ничего страшного не произойдет. А если будете в тенях рисовать, не забудьте их потом обобщить и под общий знаменатель. Привести все лепестки, которые в тени, должны быть лепестками в тени. То есть, соответственно, темнее, чем лепестки. И сложнее по цвету, чем лепестки на свету. Тоже непонятные абсолютно листья, их надо нарисовать. То есть есть какое-то пятно, а в этом пятне сначала было не разглядеть, что из этого какой лист. А теперь же разглядеть можно и нужно, что вот это вот листочек, который вот сюда пошел. Вот этот листочек, который состоит из вот такого лепесточка. И он туда идет. А это совсем другое. Это тот лист, который за ними. Вот он. Наиболее светлый здесь. Но его закрывает вот этот лист. Здесь немножко больше цвета фона, листья дальнего плана. Какой-то совершенно не круглый бутон получился. В
фон его замазал. Сейчас мы его закрутим тут. Есть еще вот здесь очень красивый бутон. Пусть будет. Пусть будет больше бутонов. Это такая надежда. Как видите, это минимальное количество вот каких-то поправок делает рисунок все точнее и точнее рисунок. То есть, а живопись стараюсь сохранять, не вмешиваться уже в найденные цвета и оттенки. Потому что их заново найти, это надо опять смотреть целиком и сразу на все. А вот пока вы работаете с деталями, такое вряд ли возможно. Когда вы работаете с деталями, вы смотрите конкретно на эту деталь. Листочек перенесла отсюда, потому что он там излишне как-то параллельно все это. Это падающие тени от листьев на вазу. Она удивительно красива. Потому что вот сюда еще тоже проникает свет, который сразу был не очень виден. А это листик. Я сначала всегда удивлялась, что пока я вот так вот широко работаю, оказывается, здесь в той или иной степени пятна все есть уже. Осталось только найти, чтобы означать это пятно, и чуть-чуть уточнить его размер и силуэт. И все. Раз там кисть мазнула вот так вот быстро, так как-то это не размашисто. И абсолютно все пятна уже на месте. Ну, всего лишь убраться еще с их контурами. Вот тоже такая задача. Контур падающих теней, он имеет мягкий такой, размытый контур он имеет. А предметы имеют четкий контур. Причем вот здесь, это падающая тень, где как раз есть, он темнее фона. А там, где на свету, он светлее фона. То есть такие тончайшие какие-то моменты. Которые обязательно надо взять. Обязательно. Вот характерные для пионов вот эти лепестки, которые крайние, такой лодочкой, чашечкой. Если на паре тройки цветов сделать их поконкретнее, то, конечно, уже это будет прям пион-пион. Чуть-чуть всего сделать
меньше, чтобы он в раму-то не впихивался. Вот так вот ему хватит размер. Рама имеет все равно свои 3 миллиметра. Не учитывать это нельзя. А вот здесь освещенные лепестки. И, конечно, сюда надо поднагрузить белил. Ну, как белил? Белил с оттенком там вот этого кремового. Таким образом, чтобы, во-первых, она не повторяла вазу. По тону ваза ведь самый светлый. Это как тут окошечко. Вот. И можно найти этот цвет на палитре. Там даже есть такие красненькие внутри. При высыхании белила тоже довольно серьезно дают усадку, то есть они становятся темнее. Если вы сейчас будете здесь работать тонкими слоями, то после высыхания это все потемнеет. Поэтому тени пусть темнеют, еще контрастнее станет. Тени можно тонкими слоями писать, а цвета надо писать более корпусно. Таковы особенности масляной живописи. Гуашь усадки не дает. Гуашь светлеет, высыхает, а масло все-таки темнеет. Как видите, мне даже не обязательно залезать на палитру, искать там этот цвет, нужный какой-то оттенок. Я иногда вот то, что тут уже есть, этими красками, ими и рисую. Потому что сейчас моя задача не поиск цвета, а всего лишь навсего рисунок. Я считаю, что это гораздо проще, чем живопись. Нарисовать. Взять и нарисовать. Здесь карандашом сначала, конечно, надо рисовать. Научиться делать предметы объемными. Если скучно карандашом, можно черно-белой краской рисовать. Цветами любыми потом. Захотите сделать картину в голубых тонах. Все это нарисованное вами правильно в тоне, вы сможете создать под любой там интерьер, там, например, в голубых, в оранжевых, в каких хотите. В каком-то монохроме. Поменять колорит, пожалуйста. Это очень красивый цвет намешался. Прям даже не хочу сильно его портить прорисовкой. Сейчас вот тут вот световые чуть-чуть на
сделаю прямо такой благородный. Если конкретно на один цветок смотрю, мне кажется, что здесь не хватает тона. Но я знаю такие вещи. Я сейчас посмотрю не отдельно на этот цветок, а посмотрю его снова все вместе, на весь натюрморт. И найду, что в тенях там тона-то ей достаточно. Потому что тон этих теней, светлых цветков, все равно не должен уходить до тона темных. Да, причем все-таки чуть-чуть можно прибавить. Сейчас вы видите мой этюд, который я написала, ну, плюс-минус там за час. У художников есть такой термин «расписался», да, вот когда уже он пишет легко, свободно, выезжая на пленэр, там по 3-4 этюда, и появляется такая определенная как бы скорость, легкость. Чистота цвета, где-то как бы нажим на определенные оттенки. Но для этого надо работать действительно, ну, 7-8 часов в день. Тогда вот это вот приходит, обязательно приходит, ко всем приходит. Это я точно знаю. А с вами я сегодня прощаюсь. Творческих вам удач. До новых встреч на моем канале.